если бы я не было такого чувства, что мы можем убить, я бы уже на рейдер распустил. Ну, типа, оно есть, что мы можем убить. На фамильяров вот эти, когда три чела вылазят, не в метаморфозе стоят. Если это бурстом считается, я не знаю, оно бурстит урон или нет. Если не ошибаюсь, она просто урон понижает, типа ее даже на зиму можно отдать попробовать. Каски, каски бафы. В смысле каски бафы? Саброды перебейте. А, все, я каски бафы? Да. Черт, а, погоди, нахуй. Это масло. Погоди, подожди. Ну, Женя сейчас тебе там даст 8%, но ты дашь ему отойди эту. П5 там. Все, давай. Подожди. Все, теперь можешь рейд бафать касками нормальные. А чё, на тебя он не будет бафать каску и все? Только каска есть. Есть каска маленькая, если так. Так ему надо маленькую апнуть, чтобы она на всех. Она у него. Она у него, на нем 15 минут еще, он живой остался. Да, да. Все нормально. Все бафнул, Саш? Нет, ты где? Не, я всех бафнул. Ему не надо. У него все. У меня все шикарно. Я сейчас босс убиваю, мне все. Масло есть из ПД-шной, у кого у меня кончилось тоже, блядь? Да, дико. Ластовый заряд масла, блядь. Сапроты, ребят, сапроты обязательно. Да, это все, это ластовые сапроты, ластовое масло, тут мне хоть дальше сидеть уже, как тут сидим пили. 4 часа. 5. Ну сейчас мы пробуем, потом пойдем на капут. Ластовое масло, ластовые сапроты, это на час, поэтому... Давайте, погнали. Ну это да, это так и разумелось. Блять. Ахуй вышел. Сосунка, ты гад. Чё я гад? Нахуй ты мне бафнул каску. Каску нормально бафнул сейчас прям при всех. А. Я запаниковал. Ну это, блядь, лайп. Ну вот, короче, все. Спасибо всем, это был Ластрай. Я не говорю, что это Ластрай, ребята, вы чё? А. Не, сейчас перед бафом дам тебе бомжи каску и все. Ну тебе МП5 закинет. Всем остальным перебафать нормальным казалось. А, типа он не будет выводиться, да? Нет, конечно. Там же шаман у нас стоит. Так ударь его. Ну не хочешь не бить, все. Он готов ушел, фамильяры пошли. Убегайте дальше. Да проще умереть. Да все, сейчас он, все. Все. А, я живой. Я обязательно выживу. Даю бомжи каски сразу. Да. Давай, давай. Опять. Все, теперь ты ребафы, кроме шамана, я ставлю рыбу. Шаман МП5 был, и все. Сейчас, чтобы мне глаза не мозолило, это красная ячейка. МП5 мы сделали. Ты через воду? Нет, через полипавер. Я через воду. На мне каска бомжала. Какая человек такой касковый? Давай, не землись. Все, иду пулять, не заходите. Все, так, пошли. Я на лед ставлю ауру, да? Так, я же на ап кричу, да? Да. Давайте, ребят, выкладываемся на. Только кикет первый раз, пожалуйста. ДКТ. Друзья, тотему. Можешь. Всем заняться, да? Да. Можешь языка пламени поменять, получается, на демон, если там полет. Не надо, языка пламени. Кики. У меня КД стрела. Кик.
Эндрю выбежал. Эндрю еще раз. Эндрю еще раз. Что заебал? Уж пусть так, чем другого. ПТП, хорош. Звездочку на разморозе сейчас. Эндрю, разморозь. Звездочку, Эндрю, звездочку. Фамильяры. Центр, все. Баф Женю прилетел. Забафайте сразу. Че, я ему каску кину тогда? Да, 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 да. Бафдится. Забафайте еще раз. Прибили. Эндрю. Еще один. Не западал. Все. Чернобыль. Меня. Уфол. Меня. Кики. Акаги. Уфолога. Оч. Блять. Я что дал, блять? А, сука. Я сейчас ты немного типа, блять. Дал по миликам всем. Да. Нет. Какаги на заморозку. Все, падает. А, сейчас опять забахалось, Чернобыль заморозился. Падаем, падаем. Что-то... Да... Но у меня еще 6 труб есть. Подвигайся, пожалуйста. Ну чего решать? Бьем, 6 труб есть еще. Давайте еще, короче, чтобы никого не заебывать, еще 3 трая делаем и все. Потому что, ну, типа, уже идет просто зашкварьте в плане того, что, типа, люди устали. Это... Согласен. Да не, ну там хуйню сделаешь было, там два этих пидора одновременно в хила стреляют. Хуйню. Не, ну я с тобой согласен. Сначала одного, потом другого, там мана села просто и все по пизде. Так я ж никого не заебываю, не критикую, я понимаю, что тут есть люди. А вам же это завалили? Нет. А вот эти... Давайте да, попробуем еще бомжей сдать, а? Они будут таунтить их фамильяр? Ну теоретически, как бы... Ну, не, они все урон не забирают, они просто понижают урон и все, типа, входящие. Как мне ну они хотя бы чуть-чуть урон нанесут. Попробуем. Просто если... Да, ну... Если они таунтятся, типа, сами эти пидоры, то, грубо говоря, бомжи, они на себя будут забирать. Не, они таунтятся, но кастуют они все равно в кого хотят. А, ну ясно. Их не будут сами. А косты сбиваются у них? Нет, 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 не сбиваются. Это вообще пиздец, конечно. А замедляются? Ну, красноязычием, ну, красноязычием да. На всех троих кидаешь, да? Вот, да, всегда все висит. У меня пиздец жестко ходит. Че, Женя наигрался? Нет, я лагал делаю, я сопрос... Сейчас сопрут один куплю на 3 трата. Да я тебе дам сопрут. А что ты психанул, я не понял. Я что-то, я уже просто пиздец. Я не психанул, я сопрут куплю. А мне забага... Как он зовут? Давай, ты? Не заходи, не заходи. А, ты резать, я понял. Резать. Не сумойте меня, ребят, просто.
Не успеешь. Нихуя себе там. Нет, я тоже думаю, что надолго. На очень долго. Пока мы закроем, блядь, этого молча. Давайте бомжи каску. Я понял. Бомжи каску, да? Да. Бомжи каска. Вот не бомжи рыба. Сель пошу. У бочки с костром, короче, подсели, погрели. Чернобыль, я не против потратить копыта, но это уже сегодня перебор, нахуй. Мы и так долго сидим уже сегодня, блядь. Это РТ надо, ну, короче, понимаешь, если мы сюда бы зашли бы за час, за полтора, то, конечно, тяжко, нахуй. Ща, блядь, три трая, нахуй, победные будут по-любому. За следующий раз придем и просто сметем кибинем собачьим, как это было на X3. У нас чуть-чуть капли не хватает ДПС и чуть-чуть просила, вот прям чувствуется. У нас игрности не хватает чуть-чуть. Живс, есть возможность поставить у кого? А то я вара не бафну. Точечно 10%. Я еще говорю, стой, не надо, ничего не надо, тебе надо бафы? Да. Так где-то? Впереди. Короче, давайте обычно на 10 дам. На. Для я сказал, я купил на всех. Зерна купил с этими. Да я тоже 200 купил, их уже нет. Я специально знал, что у кого-нибудь что-нибудь кончится. Готовьтесь. Короче, сейчас появится. Короче, вы все знаете. Вы все прошарили, мы тут, блядь, сидим овер столько времени. Просто, типа, убиваем мечты. Эндрю. В морожениях опять. Рога выбежи, рога. Хорошо. Бойчик разбой. Бойчик. Угу. И наклада. И наклада. Хорошо. Центр. Давайте бомжай, ребят. Один подай тебе. Сейчас мы вот так вот сделаем. Сацуна, ДЦ, Эндрю, Фифи. Пинаколада, ДЦ, Фоло. Минус 20. Пинаколада, Бойчик. Огонь сразу вынести, если что. Фоло как бы. Еще раз. Просил. Кибите обмануть. Сделочку срочно замануть, там сейчас будет. Нет, это кипят, не это кипят. А как я... Ровно звездочку, хорошо. Андрей побежал.
у Фолока морожение. Сбить? Успел. Ничего, просто бить. Не двигайтесь вам. Мельзону поднимите, мельзону поднимите. Ну, сейчас банально не просили. Давайте еще два трая. Короче, давайте еще такой момент добавлю вам. Мельзона. Венец пламени, короче, делитесь на два стака, типа. Так мы условно, делимся, короче, крестом. Итак. Ну, типа, короче, ФДК и Сацуны вверх, типа, условно, и Руга Сик и низ. Вверх это, типа, дальше от двери, а низ? Ну, печеньку, короче, в сторону печеньки, короче, и в сторону креста, а. Типа. Вверх печенька и крест вниз, типа, блядь, пускай будет так. У меня уже просто башка кипит. Бля, ну сейчас хорошо шли, вот просто ебаный, короче, этот АУЕ взрыв. Я знаю, что прожимал время от времени. Зимний там еще видишь, даже мастер аура дал этот. Ты что-то... Смотрю, огнем бьет много людей. А я забыл то, что у меня лед стоит. А мастер аура уже отдал. Давайте еще два трая и все. Ну, хоть за раз поменяйся, а не огонь. Да кто не хочет, на кто льду, не хочет, чтобы... Профить не было. Кто не хочет, чтобы было два трая? Давайте убьем за один. Да. Лайфхак, да, рассказал? Вообще, изи вин, блядь. Давай, Айран, мы тебя не будем мучить. Ты нам кинешь 4 венца, и мы тебя разъебем просто. На ту и сдался бы нам, блядь, просто шмот отдал. Эндрю, что за фигня? Почему фамильяров урона меньше, чем у меня? Там ботиночки, блядь. Сейчас... Может, его замораживал? Да нет, там босс не кастует, когда фамильяр. Да не, у него чуть-чуть больше, ты чё? У него 670, а у тебя 668. А это как его называется? Дракон? У меня показывает 617. У меня тоже. Ну, типа, потому что погиб. Оружие у вас еще не показывается. Какое оружие? Ну, мое ироническое. Танцующее, да. Понял. Ты иди, барбаны. Да нет, еще не все арестовались. Ну, а какая разница? Ты иди. Шаман здесь, шаману есть, остальных ты перебафуешь. Да. Что-то бить тяжело. Хилить проще, да? Ну, на конкретном боссе вряд ли, но так-то в целом проще. Да и хилом, что там, тыкаешь квадратики нормально. Да. Надо, чтобы сам... Уже ты 5 дали? Жипс. Так, надо пополнить запасы полоски. Я пополню. У меня еще 50 свечек и 50 шипа-листов. Полились. А где можно голду нафармить? Мне вот прям на камне вообще не хватает. Я бомж теперь конкретный. Есть и дроп.ру. Рыбу ставьте, погнали, короче. Но тут, когда это самое, Вики отдаст долг, Андрей? Ставлю. Чпок. Андрей мне еще 2к должен. По дикей. Ну, откуда ебать? Я тебе на Анубе давал. Пусть я не буду. А, там я, ну, честно, выиграл. Не надо, это был скам. Да, конечно. Яхра тоже Владу давал. Выпуска давал до сих пор. Не заходите, я заваиваю. Отдаю. У меня уже, короче, это, блядь... Тушит пиздец.
Посидим так будет постоять, вот так типа. Такие РТ надо, короче, прекращать там. Три часа максимум, сам да. Нормально, Андрюха, сейчас это. Часов 5 еще и в ночной каражан. Пойдем. Через часик отдохнем. Костя, через часик соберемся еще раз, да. Ой, я дубовую кожу, пожалуйста, да. Ну все, поплыл нахуй. На старфу не нажимай. Яров. Наоборот, нажимай, почему нет? Русский беди стрела. Давайте не играть, если это бешено. Сука. Насаскивает. Морожение, Андрю. Андрю убью. Блядь. Дима, зелёнку прожмёшь. А я смогу? Сможешь, Андрюха. Я не смогу. Со стороны размножилось? Да. Ну, это всё. Попытка была хорошая. Ой, мальчик, не это вообще какая-то, блядь. Не нажимаю, она ничего не нажимается мне будет. А пойдемте на копыта там разок, пойдемся и. Ну. Давайте посмотрим хотя бы копыта, да? Да, посмотреть, насколько жопная люди представляли на следующий раз. Да. Поставим тех, кто умеет комнату закрывать. Ну да, поставим тех, кто на комнате уже. Аладдина ДК. Он уже для жесткий парень. Куда природа, ну, блядь, сухуди. Бля, вот честно, ну не знаю, я не хочу идти на копыта. Ну просто пойти выпануться розу свалить уже. Короче, пойдем на копыта, вы сами там расскажете. Я уже, у меня язык могу запитается. Нам надо просто расставить людей и попробовать побить бесов. Все. Ну, пробовал. Я считаю так. Смотреть, какой там урон и насколько больно прилетает. А тут нельзя прыгнуть. Тюлени, блядь. А ты знаешь, как что ты тюлень делает? Тюлень делает так. Точно, пока бежим. Хочешь почувствовать прям лютый ад, нахуй? Прям лютый ад. Смотри. Я поспал 3 часа. Ну то, что я поспал, я зеблан 3 часа. Я сидел сериал, смотрел фильмы. Сейчас, чтобы ты понимал, у меня через 40 минут еще один рейд нахуй. Конверт? Да, я пообещал, что приду, блядь. Я мог бы типа написать, что поморожусь, но пообещал, именно вчера сказал, что я 100% буду. Так, Андрюх, ты приходи, говори, все, ребята. То... Я пришел, и я ухожу. Вы там долго собираете. Я слово дал, я забираю. Я не пиздовал, пока. Я пришел за своим словом. Все, меня сегодня не будет. Так, мы точно... Я пришел сказать, что меня не будет. Слушай, Андрюх, Фолк, а ты это, смотрел русский сериал? Нет, я только английский смотрел. Какой? Хватит подъебывать. А? Хватит подъебывать, я сосу. Хорошо, но просто смешной, блядь, смотрите. Какой сериал? Называется «Жуки». Не смотрю. Смотри, ты, блядь, как хочешь, побежишь. Так, у нас тут шо по танкам? Он в БДК? У нас тут два танка. Ага. Ну что же вы делаете? Ну, ну что ж, ты пьяный, я так. Ну да пиздец вообще. Ну я застанил, этого тоже застанил. А что толку? Бежим. Перебегаем. А я... Так, упал. Хильте ДК. Хильте ДК. А ты еще жабы на фоне, это пиздец. Знаешь, пришел в такое болото, посидел тут. А что полностью внедрился в игру? Ну, я вам скажу честно, типа. То, что мы не убили Арана, это ничего страшного. Мы вспомнили, как его убить, типа, прям очень поздно. Кто-то, блядь, себе что-то научился 100%. Ты что-нибудь научился физике, скажи честно? Я научился... Добрать ее дружбе.
Я научился, блядь, делать ровно на ране. Научился выживать? Да, я не умирал. Я, кстати, в этот раз в дике больше косос бил. А мне не приходилось сбивать, я видел, что вы забили и всё, нахуй, ничего не забили. Я должен был для бут. Ну нам бы еще так косарика 2-3 ДПС с нумарейт. И чуть-чуть ДЦ, чтобы господа забить больше. Ну все. Все, пол. Ну, кидай метки. На пол, раскидай лепешащие метки. Или тут они полные. Ну, с каждой недели будет по камешку, по 2, по 3 добавляться. Вот сюда вставляй, вот здесь вот ты будешь стоять, на правой стороне. Тут вафли косметики. Короче, какая, типа, бля, прям плотная тактика или просто по фану? Давай сюда Frost Max встает. Сюда Frost Max встает, крест. Не, Frost Max и центр, там меньше всего. Так вот именно, чтобы он две глыбы закрыл и вся. Так у нас будет комнат, блядь, штук 10 плюс. Ну, хорошо. А сюда Афликс стоит, все. Афликс стоит сюда. Ну, а не поменяется с Афликом. Ну, не, это мое такое видение. Не, типа, это я не горю, я просто заебался это сделать, чем вы там рассказываете. Ну, а Афликс стоит сюда, все. Причем Афлик. Хотя, где демон может? Ну, короче, в Африке, ну, как... Ну, маг знает, что делать, да, маг? Нет. Где-то приедет. Это серьезно? Ну, серьезно, я не был там. Да ну ты будешь, тогда уходи оттуда, ты заруинишься. В смысле? Так у нас прямо самый лучший трай, только так и надо. Ну скажите, что... Ну смотри, первое, ты залетаешь туда, в комнату, прожимаешь глыбу, ты вылетаешь в комнату, все. Стоишь, ждешь следующие метки. Так, и насколько это бы мне низкого мнения, что я бы это заруинил? Во второй раз туда попадаешь, опять залезешь глыбу и выходишь отсюда. Смотрите, ладно, давай. Вкратце, типа, Афлик, Бладыка... И у нас стоят на этих, получается, Эндрю в луне, ладно, давай, короче, этот бойчик, ты в кресту, лог Афлик в квадрате. Теперь, короче, касаемо дальше меток, Эндрю, просто стоит черед, Афлик, дамажишь семечкой беса только в том случае, когда они добежали, когда они падают, ты не дамажишь. Влад, тебя тоже так то же самое касается. Поливаешь дождем только в том случае, когда уже бесы добежали до мелизоны. Милик, так получается, звездочкой стопает у нас, получается, Сацуна, типа, тамбурь сдает, печенька и Петя. Гнев по КД должен сдаваться, символ на гнев должен стоять. Теперь, что такое комната? Комнату должен уметь закрывать каждый, потому что может быть такое, что у нас прям квадрат и луна под семечкой, На кресту висит уже комната, типа, метка. Бля, это ладно, дырочку, сейчас я еще метку поставлю. Череп, короче, смотрите, еще будет череп метка. Типа, комнату должен закрывать каждый человек, потому что вот может быть такая ситуация, что типа вот у нас две семки и третий с меткой стоит. То бишь, соответственно, вторая метка бросится в мелизону. И кто стоит в мелизоне, то бишь, он выходит сразу череп. Условно, похуй, кто это будет, ухуй. Просто представим ситуацию, что это Рога. Рога выходит, короче, сразу в квадрат, и желательно Рога, чтобы в комбат спеке, не знаю. Типа, чтобы... У тебя есть буста, конечно, ты запустил, блядь, комнату там максимально быстро. Два. Рога? Мультик, я просто не шарю. Типа. Ну, Evasion прожимает, лутает урон только от. Короче, смотрите, на вас вешается меточка. Если вы не входите, вы не выходите быстро с этой меткой, вы заражаете весь рейд. То бишь, соответственно, весь рейд уже это вайп. Вы выходите, вы определенное время, если на вас будут падать, типа, скажем, бесы, и будет выходить с вас бесы. Метеор такой падает, и с вас выходит бесы. Через определенное время у вас появится кнопка медитации. У кого нет кнопки медитации, надо прописать слэш каст медитация 100%. Вы говорите, озвучиваете или вы пишете в чат, делаете макрос, захожу в комнату.
То бишь проспамили макрос, либо сказали в дискорде, и вас спросили, дали щит, дали соплю, и тогда вы заходите. До тех пор вы не заходите, типа, сперва вы спамите, короче, даете 3 секунды на профил, на засчитывание, и тогда вы заходите. Это понятно. Что надо делать в комнате? Вы заходите в комнату, типа, то бишь, вы появляетесь с бесом. Пока вы бьете беса, типа, либо бес бьет вас, у вас появляются сферы. Эти сферы вас силят и повышают ваш урон. Но ваша задача максимально быстро забурить беса и, типа, не умереть там. Если вы умираете, у нас появляются 2 злобных беса. Как выйдется комната? Выйдется комната глыбами и баблом. Все, больше ничем не выйдется. Остальное все время вы должны беса убивать. То бишь, бьете беса и по комнате чилите. Хоп, и лутаете сферки эти. Тем самым силитесь, но максимально быстро должны его убить. Все, остальное время все стоят под боссом, короче, кто не назначен на меточке, кто не выходит там. Вы хуярите трэш. Как правильно бить трэш, то бишь, вы должны отслеживать на себе семечку, это типа в лучшем варианте, типа сейчас я заебывать вас не буду этим. То бишь, вы просто сливаете трэш, и этот трэш взрывается. Задача ДЦ прописать у него, там, не знаю, вуду, не вуду, семя порчи прописать, добавить там в хилбот, вуду, не знаю, чем ты сидишь, чтобы ты видел на каждом семя порчи. Этого человека ты должен считывать 2 раза, то бишь в начале и в конце, типа. То бишь раз считуешь, потом совпадает дебаф, еще раз считуешь. Это понятно. Все, это весь босс, типа комнаты и лупить трэш. Танк еще меняется, по 4 стака с тобой танчим. То бишь, если на мне семечко висит, и у тебя 4 стака, ты начинаешь там прожимать и себе просаживать до тех пор, пока у меня семечко не спадет. Семечко ему не танчим. Вопросы? А что делать надо? Перететь вертухи. Первый момент, второй момент. Ты кидаешь на себя. Да, можешь всегда хуярить. А что потратить? Смотри, Сосун, ты постоянно держи на себе щиток. Короче, баф эти. И это, когда мало хп у мобов, ты от них отходишь, даешь вертуху, добиваешь так, на расстоянии где-то метров. Ну, это я знаю, я знаю. Ну и гнев небес можешь под конец сдавать, чтобы они с тобой не били. Что-то не хватает, у вас приста бафов нет, нихуя нет. А, да, и гнев небес можешь юзать, чтобы их собрать в кучу. Да я на next, это, КД. Все пойду символы менять. Сейчас не подлечу уже. Ничего, видите. Напоминаю, РДД зона, вы стоите в рамбе. Танчится, короче, по центру треугольника, босс. Все, все готово для ванфу. Сейчас, блядь, капута сперва вторая, на нахуй. Рыба будет? Да уже не будет. Кого? Я дал стрельбу. Ой, зря я стилю дал. Семечко кинется, значит отменять сразу. Семечко, ну, короче, на ДТ. РД зона ром сказал. Типа, кто, короче, там ДЦ, в ром тоже зайдет, типа. Ты накладывайся. Фурика и Эрпала всегда щитуют. Если на мне семечко, я потанчу пока. На мне демон. Ну, типа, возможно, вообще щитуют всех всегда, блядь. Семечко у тебя спадет, забирай босса с меня, короче. Забирай босса. Вот этого беса надо забрать, который на призор. Эти семечки. Да, а злобный бес, а мне семечко понравилось. Семечко. Ну, давай. Давай. Ну что, бьем, да и все, какая разница, пока не умер. Да, смысл бить. Что, сейчас просто бахнет. Ну давай, доживи до комнаты, просите там. Ой, блядь. Не надо, короче. Да, злобный бес их вялит, вот 4 штуки на 7-ка забывают. Когда? Одного ушатали. Захожу в комнату, надо спамить в белый чат, я в рейд чат нихуя не видел. Так ты еще в бойсе есть, мог бы сказать, блядь. Давайте, еще отправь. Да не, это бред уже, типа, все устали. Это на будущее, наверное, вот эти вот метки надо подальше от углов ставить, потому что они вот на этих на поребриках будут оставаться и все. Андрей, есть новые. Нет, типа, сами тогда там направить можно.
Так, давайте еще раз. Я пошел из Дискорда. Давайте просто послушаем, но я все, я уже устал на самом деле. Слушай, Андрюх, есть новая тактика, короче, метки. Те, кто попадает под, как его правильно-то, блядь? Дождь. Как она называется? Метка. Не-н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 е-
Да, 7 порча. Ее выносить, Андрюх. Чтобы бесы не появлялись, и все. Просто ее в сторону, нахуй. Ну, эти люди выходят правый бок и, блядь, тем самым, нахуй, ну, не получают урона и, блядь, заебись. Колян, мы не на X2, так не получится сделать. Типа, ну, я тебя понимаю, Коля, что говоришь, типа, тут есть такой момент, Андрюх, я... Да, слушай, Андрюх, поставь одну метку, там, трусы, блядь, чтобы они выносили в это правый бок, нахуй, и все. И легче будет рейду. И хилам легче будет, и, блядь, рейду, когда... Облегчит это, Андрюх. Короче, пойди, Коля, типа, голосование, ро или нет, все, да, да, нет, нет. Даша, нет. Я ну, блядь, да, это еще правильно. Сложный выбор. Все нажали, да. Ну, уже сколько сидите там? Давайте, ну, да, это бьем, нет, мы, это разбираем. Мы 6,5 часов сидим, я есть хочу. Я хочу есть. Ладно, давай. Да. Меня как не было на плантации. Жмем камень, всем спасибо, жмем камень, короче. Нет, давайте ро уже. Все, 5 все. Боссов для первого раза, мне кажется, это... Нет, смотрите, ее убили не за 3 дня, это уже хорошо. Ну это уже нормально, бля. Нет, кара каличная, на самом деле, прям супер. Да, она легкая, типа, на 9 я понял это, потому что мы, блядь, бомжами, и типа, ну, есть низ... В смысле? Бомжами, да. Завтра у нас... И ВК. Ну, можно, я не буду. Завтра и ВК 25 стоит.